Лаврі є хворі. Скільки? Ну, там порядка 8-12 наших активістів постійно перебуває. Тобто, ну, це люди, яким, ну, як кажуть росіяни, нічого теряти, нема чого втрачати. Вони там, ну, перебувають, чекають, коли нарешті їм відкриють стаціонар. Вони їздять там періодично на МОСВ в адмінкорпус, там їх оглядає терапевт. От, але там зараз дуже холодно вночі, там нема опалення, там зрізають батареї. В лаврі, так? Так, ну, там нема стаціонару. Там є тільки одна дежурна медсестра, яка просто, ну, слідкує за, ну, не знаю, за порядком. На Мосова ще не здана будівля. І будівля має, ну, тобто нам постійно відтягують сроки. Останній, на моїй пам'яті, срок це було 30 серпня. Больницы нет, больные на улице, врачи не получают зарплату, программа лечения остановлена. Вот и вся история. Один и тот же человек. На наш вопрос, почему он это делает, он говорит, что это его заставляет делать кабинет министра. И у нас вопрос к Азарову. Это правда, что вы заставляете Сердюка делать эти преступления по отношению к нам? Если это неправда, то сделайте что-нибудь, чтобы он эти преступления по отношению к нам не делал. Мы всегда работали по принципу такому, что мы всегда брали самых тяжелых пациентов на себя. А теперь нам предлагается амбулаторный этап вести, имея квалифицированный персонал и препараты, и лекарства для оказания помощи тяжелым больным. А временно, месяц, два, три, год, пять, десять, неизвестно сколько, перевозить пациентов в другие лечебные учреждения. У меня возникает вопрос, а кто будет отвечать за конечный результат? И, конечно, болит душа за людей, для которых это вопрос жизни. Это не вопрос зарплаты, это не вопрос денег, это вопрос жизни. И в данном случае, конечно, больно, что как легко разрушить то, что создавалось десятки лет. Как легко. И какая цена этого? И зачем? Я не могу понять, зачем.